Москве. А вот ты говорил про Боров. Меня зовут Серега, очень приятно. Вот. Это Смоленский трак, слышишь? Это свои люди. Мы едем на джипе, проезжаем нужные там проблемы. У нас идет шишига. Она нормальная, она дает помощь джипу, потому что мало ли что. Если что, да, если вдруг джип застрянет. Ну тут свои ребята, вот Вася, вот Димон. Вот Гарик. Гарик в очках. О нем ничего не скажешь. Он простой, как кирпич. Просто бухает. Да, просто бухаем. Ну вот джипарелла, вот смотрите, вот ребята, она он идет за нами потихоньку. Серега выруливает. Молодец, не бздит, все нормально. Потихоньку идет. Копает потихоньку своими колесами. Но ровер это главное, Land Rover это главное, это нормальная машина, которая берет все. Но вчера она застряла, мы ее немножко из на шишиге немножко поддернули, но ничего страшного. Вот шишига даже трам-брам делает. Нормально, Гарик. Серый. Давай, долбим. Все свои мужики. Сережка тоже снимает. Димон тоже снимает. Давай, Серый, давай. Ломишь вообще, молодец, мужик. Бля, вот здесь сейчас он встанет. Да не, пройдет. Если он по левой стороне возьмет, прижмется. Огонь! Там встанет. Что-то удобно. Васька, посмотри. Там, блядь, метр нахуй, блядь. Не, прошел. Метр. Васька, давай нормально, он пройдет по левой стороне. Подожди. По легкому снегу. Все, прошел, пошли. Шишига, ребята, шишига. Толик, Васька, Игорь, Димон. И Василий еще вот он заскакивает. Это мы рыбачим на нашем водоеме, на нашем лесном озере. Вот, в эти выходные так получилось, извините. Ровер прет. Так может, как шишига, только 10 раз дороже. Это такие дела. Я специально снимаю это для того, чтобы понять, что как интересно мужики, которые заразятся рыбалкой, они очень любят рыбалку. Прошел, нормально, Васька, прыгай. Прошел, нормально. Дело не в этом. Дело в другом. Это водитель за рулем, да? Да. Это Land Rover. Это нормально. Мы просто в нормальной обстановке находимся, ребята. Просто прём как надо. Я очень надеюсь,